Ну что, ассистент, как прогресс? Я готов, мы целый день тут торчим. Погодите пару минут, еще пару мишеней осталось. Я передумал отправляться в зону, отвезите меня домой. Господин, как считаете, у меня есть потенциал в настоящем бою? Ну-ка, отвезите меня домой. Реально, ха, да без проблем. Уверен? Да, хочу домой. Конец. Блин, хорошая игра. Ставлю ей 12 из 10. Мне понравилось. Было очень здорово. Было очень классно. И не затянуто. Собаська. А, привет. Нифига себе. Колин Валла, что у него с руками? Инвалид он, да? Боже. Попытаться разбудить. Косарь. Слышь. A few moments later. Да пошел ты. Не смогла ее забодиблочить и подобрать. Тихо. Тихо. Кушу сейчас себя за жопу. Что за звук, как будто она что-то записывает? Вот этот. Ну, господин Задоров. Ну, господин Задоров. Мне скучно. И мне такое ощущение, что диалоги главного героя писал 10-летний человек. Что за реплики? Что за реплики? Ну реально. У меня сестра, когда ей лет 5 было, она мне такая: блин, ну Соня, ну чем мне заняться? Мне скучно. Ну Соня. Блин, ну что он жил без меня? Ну, мам, я тоже хотела пойти в аномальную зону. Намажу теперь говном на стене. Вы слышали уже? Говорят, есть какой-то... Вот что, на базе кровосос был? Называется. Его ученые в Припяти недавно нашли, и в институт... Что за хрень? А я где была? Ребята, а вам нормально, что у вас кровососы на базе бегают? Артефакт разговаривает с носителем, другие же рассказывают... Лежит такой, еще сидит рядом с ним. Посмотреть, как уснешь вечно... Уютно тебе вообще вот с ним вот это вот валяться, да? Нравится? Лампово, да? Няшится с ним. Выпрями спину, уже как бабка выглядит. Шутка с Василина, не бейте. Помоги мне, человек. Иди сюда. Иди на зов в голове. Помоги мне, прошу. Ни хрена себе! Это что такое? Сталкер, прошу, не пугайся меня. Ну, хорошие. Хорошие варианты. Реалистичные. Мне нравятся. Так, нам, видимо, к этому типу сейчас вернуться надо. Там сейчас опять наспавнилось контролеров, химер, около 50 плотей. Все они захотят схватить меня за жопу, а у меня 2 патрона. Выстрелить себе в голову. Было бы логично, кстати, инструменты положить вот в это здание, в котором мы были. Ну, мне так кажется. Ну, то есть, чтобы такие вещи, когда ты, да, идешь что-то искать, чтобы оно как бы заодно, типа, было. Но, с другой стороны, в Зове Припяти, в том же, в Ванильном, не так было. Там наоборот как раз было. Они... Вы прикалываетесь, что ли? Я же шутила! Еще один. Где-то. Ой! Это что такое? Ай!
Техничка. За что техничку-то? Сейчас обделаюсь тут. Подобрать рацию. Последняя надежда. Честно, я даже не подумала, что его так можно обойти. Это какой-то мем был? Что это были за звуки? Это химера? Химера, да? Убили. А, это реально тут химеру так переделали? Это химера местная, офигеть! Давайте попробуем. Контролёр! Так. Та собака здесь откуда? Да, очень удобно. Контролер! ХП просто начинает отниматься еще в процессе того, как мы... У меня какой-то интерактив стоит, и я не в курсе, что происходит. Что происходит? Теперь не просто собаки, у меня еще и плоти спавнятся на голове. Ну? А почему связь пропадает? С чем это может быть связано? Не говори, сам бы очень хотел узнать причину, как видишь, не знаю. Почему связь пропадает? С чем это может связано? Да черт его знает, сам, блин, не рад. Почему связь пропадает? Да черт его знает. Да почему связь пропадает? И не говори, сам бы очень. Почему связь пропадает? Да уже все об этом говорят. И слухов узнал из-за установки перед янтарем. Правда это или нет, без понятия. Почему связь пропадает? Да черт его знает. Почему связь пропадает? Не знаю, но слышал, дело в установке под янтарем. Она, мол, глушит все. Почему связь пропадает? Да черт его знает. Почему связь пропадает? И не говори. Почему связь? И не говори. Почему связь пропадает? Да уже все об этом говорят. Почему связь пропадает? Эх, самому бы узнать. Почему связь пропадает? Не знаю, но слышал. Почему связь пропадает? Эх, самому бы знать. Почему связь пропадает? Да уже все об этом говорят. Почему связь пропадает? Почему этот диалог не пропадает после первого раза? Найти подходящего тех. Чел, в смысле, ой-ой-ой, ты видел, кровосос забежал, ой-ой-ой, говорит. Он уже забежал, твое ой-ой-ой вообще неуместно, нахрен. Пресс-секрет. Мод по сравнению с Трусталкером, Трусталкер лучше. Он забежит еще, нет? Ой-ой-ой, да, так и реагируешь, когда какая-то тварь тебе в рожу лезет. Ой-ой-ой, это что тут такое? Это ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ай! Да блин, вы задолбали со своими контролерами! Да почему они на каждом углу-то? Девяносто. Блин, ну честно, мне кажется, это вообще можно, ну реально, никогда собак не шмонать. Вообще просто хрен забить. Абсолютно целиком и полностью. Вообще смысл этого? 90 рублей. 90 рублей. Экзау вот этого чувака стоит 600 тысяч. 600. Не 60, а 600 тысяч. Я за хвост собачий получаю 90. Сколько мне нужно хвостов ему принести? Шестьсот тысяч, причем у него с лишним, делим на 90. И нужно принести 6667 хвостов. Как думаете, я смогу? Да, всего лишь навсего где-то седьмой контролер. Он, кстати, перемещается, то есть он не скриптовый. Он не вылезет, как черт из табакерки. Видите, да, по карте ходит. Он меня трахнуть пытается аж со второго этажа где-то. Нифига себе. Может, и заходить не придется.
Может, Грену ему кинуть попробовать? Чё, чел? А там кто ходит? А чё за... Чё за прикол? Вон же, вы видите, там в здании, типа... Блин, ну он в аномалию наступил. Но это не тот контролер, который нам нужен. Задание не выполнилось. Вот интересно, тут что за аномалия ночью появляется, как на это здание попадать? Может, из окна видно что-то? Видно, что там контролер идет. Вон он! Какой хороший мод. Я в него, по-моему, вообще не попадаю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Дядя, я ж на базе. Имей совесть. И такие все на меня смотрят. Да, все нормально, ничего не происходит, вам кажется. Ага-ага. Следил за группой Монолита, которая шла отсюда с севера. Ага-ага. След простыл. Куда они могли исчезнуть? Реально. Ассистент кличут. Понятно. Зачем ты за ними следил, если не секрет? Зачем я это нажала? Охренеть. Ну это бред, конечно, полнейший. У меня патронов нету. Вот тут артефакт. Артефакт не дает вам приблизиться к себе. А, надеюсь, сохранилось. Наткнулся на старый, подумал, что ты иногда делаешь. Нет, я не сохранилась после этого. Нет, серьезно, я не сохранилась. Я убила ее ножом и не нажала. Да ты гонишь. Да ты гонишь. Нет. Я жала, я уверена, что я жала, оно не прожало. Сейчас оно не прожало. Рассказать все профессору. Так, бежим на базу. Сначала... Как она здесь появилась? Почему она здесь стоит? Что это было? Я чуть не обделалась. С разваленными зубами хожу. Денег нет на стоматолога. Да, деньги это роскошь. Деньги это роскошь. Тошка пишет что-то странное ВКонтакте про какие-то хрены во рту. Собачка. Это что было?